Учеников 10-й школы сегодня срочно эвакуировали из-за угрозы возгорания. В здании на Ленина началось задымление. На место выехали несколько пожарных машин. Причиной ЧП стало короткое замыкание без горения в подвале, отчитались в МЧС. Детей отправили по домам. Трижды лишенный прав за пьянство водитель снова попался полицейским. 43-летний мужчина после предыдущего раза получил срок 6 месяцев лишения свободы и только в сентябре вышел на свободу. В этот раз он пытался убежать от полиции, но не смог. Алкотестер показал 1 промилле при допустимом значении в 0,16. Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 2 лет колонии и штрафа 50 тысяч рублей. Суд окончательно запретил использовать на дорогах Красноярска реагент ХНМК. Это была уже третья апелляция. Этот реагент в Красноярске использовало специализированное автотранспортное предприятие взамен Бионорда для борьбы с гололедом. Однако Роспотребнадзор установил, что состав гранул не прошел проверку на безопасность. Долгострой на Баумана в Красноярске получил одобрение госэкспертизы на достройку. Многоквартирный дом на Баумана 6 начали строить еще в 2007 году. За это время два застройщика стали банкротами. Обманутыми дольщиками стали 62 человека. Теперь же дом достроят за счет софинансирования Фонда развития территории. К текущему моменту готовность многоэтажки оценивается в 80%. Студент СФУ Сергей Манилюк сделал кроссовки, как в фильме «Назад в будущее». Они оказались даже функциональнее оригинала. Автошнуровка у них срабатывает всего за пару секунд. Есть вентиляция и индикатор заряда батареи. Пара обходится в 50 тысяч рублей. В планах также подключить кроссовки к телефону по Bluetooth и запустить серийное производство.